Что касается меня, я наконец понял, что к чему, и достиг половой зрелости. Дорогой дневник, полной решимости раскрыть причину пристрастия моего мужа к опиуму, я последовала за ним по скорбному пути, ведущему в зловонные трущобы Ист-Энда. Я потеряла бы его след, если бы не мое умение мыслить логически. Возможно, в этом опиумном притоне помогут мне в моих поисках. Я была уверена в этом. Но мои предчувствия не подготовили меня к тому, что я увидела внутри. У меня нет денег, а непреодолимое желание грызет меня, как крыса нищего. Может быть, у тебя есть что-то, что ты мог бы предложить взамен? Довольно злобный разрушитель умов. Я произвожу гражданский арест. Я бы справилась. О, черт. Но, увы, это был 1888 год. Добрый вечер, мадам. А я была всего лишь женщиной, которую превратности судьбы могли самым неожиданным образом превратить в проститутку из гонконгского борделя. Извините, я здесь в первый раз. Осталось время, чтобы рассказать о тонкостях прохождения игры «Зарождение фашизма» в Веймарской Германии. Нажмите ААБА на первой картинке. Этим вы вызовете кризис доверия в формирующемся нацистском руководстве, а обвинения в гомосексуализме лишат его поддержки крайне правых консерваторов. Что это даст? Теперь вы можете играть за Еву Браун, а она голая. На следующей неделе мы расскажем, как получить дополнительные жизни в игре «Ислам. Вызов западному либерализму». Озвучено по заказу телеканала «Дважды два».